секторе противник. Всем смотреть в оба. Твою мать, я слеп! Так, скотина, что это за тотемы и кто их сделал? Над нами вертолет противника, осторожно. Это все, что мне известно. Не убивайте! Вертолет ушел. Все чисто. Мы их не найдем. Прямо в яблочко. По мирным не бьем.
противника. Боевой дрон готов. Сейчас мы их покажем. Вон там против. Подбираюсь к цели. Двигаюсь к противнику. Есть, командир. Веду цель. Цель отмечена. Все убиты. Зашибись. У дрона заряд. Взрывать-то зачем? Мы можем бороться с ними без насилия. Мы? Он про нас. Что вы тут делаете? Тотемы из дронов привели меня сюда. А вы что тут делаете? Мы профессоры. 5 лет назад нас послали сюда, чтобы мы построили утопию. А сейчас эти громилы пытаются выкурить нас отсюда с помощью дронов. Тотемы – символ ненасильственного сопротивления. Стоп. Как вы боретесь с дронами, не уничтожая их? Знания нужно заработать. Заслужите наше доверие, и тогда мы все расскажем. Ладно. И как это сделать? Ну, мы ищем нашего администратора Лилли. Кажется, волки отвели ее в лагерь Кадьяк. Это в юго-восточной части региона. Вот когда найдете ее, мы вам поможем. Я ее найду. Мы будем ждать вас в хижине. К юго-востоку от старого кладбища. Рядом с каменным холмом. Это место легко найти. Шикарный выбор.
Это наше преимущество. Так, держать. Ясно. Тут то же самое. Яблочко. Тихо. Они знают про нас. Боевой дрон вылетел. Огневая мощь лишней не бывает. Огонь на подавление. Мимо. Так точно. Выдвигаемся. Сейчас. Граната! Я уже в норме. Ты Лили, да? Ты кто? Не подходи. Не бойся, я тебе не враг. Меня послали профессоры. Правда? Они живы? Чего? Живы-здоровы. Очень хотят тебя спасти. Им повезло, что у них есть ты. Эти ученые просто гении. Но они привыкли жить в мире технологий. Здесь им было очень тяжело. Вот я и построила сообщество, где они могли бы работать. Все дело в чем? Эти идиоты-солдаты решили, что профессоры рассказывают мне о своей работе. В этом они ошиблись. Эту ошибку они уже не повторят.
Выезжай. Выйдем на связь позже. Лили! Хо-хо-хо. Мы так рады, что ты здесь. Пираться с ума без тебя сходил. Вовсе нет. Ну, может, слегка. Я так рада, что вернулась к вам. И даже к тебе, пираться. Пока вас не было, Маккаллоу собрал обломки Аммона, подтвердив гипотезу о принципах его работы. Мы обездвиживали дронов ловушками и отключали их самодельной глушилкой. Когда я вскрыл Аммона, удалось создать устройство, ненадолго выводящее из строя дронов. Постараюсь и вам такое собрать. Спасибо. И еще. Вам опасно здесь оставаться. Советую собрать вещи и как можно быстрее уходить отсюда. Хорошо. Противника.
Атакую! Убила. Наготове. Они организованы и опасны. Чего? Кажется, здесь... Ничего необычного. Ты так и не вернул мне долг. Мы играли в покер со снайпером, помнишь? Я не забыл. Отлично. Здорово. Боже. Нет. Тут никого. Дураков нет. Теперь мы их всех увидим. Ищу позицию. Двигаюсь к противнику. Так, замечены следы активности противника. Есть в команде. Иду. Так точно. Выдвигаюсь. Стреляю по команде. Метко. Подбираюсь к цели. Отлично.
он в воздухе. Так, его добавь им, фиксит. Я буду только за. Остановите их! Срочно найти цель! Кто-нибудь убейте его! Чего ты от меня хочешь? Пора прищучить этот сентинел. Номад, привет. Как же я рада, что ты тут с нами. Сентинел развернул в своих лагерях оперативные штабы для атак на наши позиции. Нам нужно ударить первыми. Ясно. Какой план? Мы будем тебя прикрывать. Если что, подашь сигнал, и мы прибудем на помощь. Ясно. Ждите моей команды. Пойдем.
Вырубился. А он нам пригодился бы. Этим придуркам с нами не справиться! Оттесни врага! Они хотят отбить лагерь, но у них не выйдет! И события хорошие.
Thank you.
Отлично. Черт, командир. Круто. Что такое? Я тут ни при чем. Чем мы тут против? Мы нашли труп. Враги где-то здесь. Вчера еще один человек лег в криокамеру. Вот это да. Собирал части тел. Пальцы. Прочую херню. Жесть. Сап. Вон там противник. Двигаюсь к противнику. Ищу позицию. Ищу позицию. Прицел наведем. Я готова. С ними покончено. Так держать. Ничего не происходит. Так, командир.
вроде. Тут никого нет. Пойдем не вслепую. Там тяжеловес. Ищу удобную позицию. Да? Готово. Здорово. Вертушка в небе, ложись. Задайте. Есть призрак.